Назначенное к рассмотрению в Тверском областном суде уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве маленькой девочки, отложено. Обвиняемого попросила суд о замене защитника. Преступление, о котором мы рассказываем, произошло в деревне Кривцово Калининского района. В июне этого года убитой малышке должно было исполниться 2 года. По подозрению задержана 41-летняя женщина, год назад оформившая на девушку опекунство. По версии следствия, 26 апреля на почве внезапно возникшей неприязни женщина-опекун закрыла нос и рот девочки и удерживала так до наступления смерти ребенка. Почти сутки женщина находилась в доме рядом с мертвой девочкой и лишь потом позвонила в полицию. Следствием установлено, что 26 апреля 41-летняя женщина совместно с малолетними мальчиком и девочкой, находящимися под ее опекой, в вечернее время находились в доме по месту своего жительства в деревне Кривцово Калининского района Тверской области. Женщина, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к девочке, закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей, и удерживала так до наступления смерти малолетней. Кроме того, в период с 26 марта по 26 апреля обвиняемая, действуя на почве личных неприязненных отношений, вызванных трудностями воспитания малолетней, совершала истязание девочки, причиняя физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. В ходе предварительного следствия следователям Следственного комитета были собраны достаточные доказательства для предъявления фигурантке обвинения в совершении инкриминируемых преступлений. Раскрытие данного преступления, совершенного в отношении малолетней и вызвавшего широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании. Так, на первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. Благодаря тесному взаимодействию следователей Следственного комитета с органом дознания, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников была установлена злоумышленница. После задержания и предъявления первоначального обвинения уголовное дело продолжало представлять особую сложность расследования, вызванную большим объемом выполненных и запланированных следственных и процессуальных действий, большим количеством назначенных и проведенных судебных экспертиз, объемом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также позицией самой обвиняемой, которая, несмотря на прямые доказательства ее вины, полностью отрицала свою причастность к инкриминируемым ей деяниям. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В этом доме женщина жила с 2 приемными детьми, старшим 8-летним мальчиком и девочкой, от которой отказалась при рождении биологическая мать. Когда женщину задержали, мальчика направили в реабилитационный центр. Жалко девочку. Несмотря на собранные следствием прямые доказательства вины, в частности, заключение медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-гинекологической судебных экспертиз, женщина полностью отрицала свою вину к убийству. В ходе расследования уголовного дела дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса «Халатность». Расследование этого уголовного дела продолжается. Судебное заседание по делу матери опекуна назначено на 4 октября.